Поехали. Больше сделать, заехать туда. Ну, это наш рангу. Так, давай, открывайся. Узковато здесь, конечно. Так, а звук на навигационе это есть, нет? Нету, конечно. Окей. Okay. Теперь нормально. Так. Никого. Здесь никого. Я вот сейчас не знаю, где вот эта фирма следующая. Я вот забыл навигацион. Сейчас посмотрим. Где-то в 5 километрах, где-то здесь, рядышком. Не-не-не-не-не-не-не. Стоять. Что он собрался делать? Не пропустят же. Черти. Так, странно, что-то он меня прям в город ведет, в Мерцик. Туда мы уже, туда вы уже были, туда вы уже видели. Естественно, кто смотрел мои видео, да? Так, до цели осталось 2 километра. Окей. Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Danach rechts abbiegen. Rechts abbiegen, okay. Da куда он посылает? Там узковато маленько, блин. Странно. Там в ту сторону этот, на Бангов, на железнодорожный вокзал. Вот там узко очень, блин. Ага. Окей. Следовать 1 километр. Себе представить, где тут фирма находится. Так, здесь в Мерциге этот такой железнодорожный вокзал здесь.
видно, маленькая не видно. Ну, небольшой, правда. Но тем не менее. Железнодорожный вокзал. Такой вот. Вообще не похоже на фирму. Здесь вон жилые дома и все. Не понял, а одно. Вот здесь жилые вон дома. Так. 600 метров. Сейчас туда заезжать. Jetzt links abbiegen. Danach haben Sie das Ziel auf der linken Seite erreicht. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Я сейчас отсюда не выйду, ё-моё. Как оно называется-то? Не вижу я где-то фирма. Прямо не проехать. Прямо упирается на фирму. Так, поедем-ка мы направо. Может быть и выедем. Это я не понял. Куда ехать-то? Все. Приехали. Пойду искать. Пойду спрашивать. Так, все, нашел я эту фирму. Она вот здесь вот внизу. Я ее проглядел. Говорит, надо сюда заехать. Вот она, вот такая вот фирма. Я думал, сюда заезжать. Он говорит, нет, прямо вот как вот стоит, надо туда заезжать. И оттуда же опять потом выезжать. Сейчас посмотрим. Вот какой вот домик интересный. Деревянный такой. Так. Попробуем. Надеюсь, это ничего не оторву себе тут. Зачем я это делаю, не знаю. АБС у нас ходит, колеса хватает. Все, сейчас вот так вот стану.
Все, пусть разгружает. Так, вот так вот. Вот она сейчас выглядит все. Жду сейчас, пока он приедет со своей карой, этой штаплером. А потом, когда выезжать, нужно будет эту вот машину убирать оттуда. Иначе я потом не выеду. Открывать, просто вот так вот длинную, я вот так вот делаю, длинную ставлю поперек, он его берет и все. Так, выехали мы из этой ямы. Поближе. Я, конечно, мог бы не заезжать туда. Но я, в принципе, я не боюсь всяких таких вот этих узких улиц или вот этих таких вот ям. На самом деле, мне даже как-то интересно, знаете, такой спортивный интерес, как я потом выеду, как заеду. Так, чувак. Ты бы меня пропустила, а то мне там налево надо сейчас поворачивать и не проеду. Ну все, остался сейчас один клиент у нас. Время без 15 час. В принципе, по времени очень хорошо даже укладываемся. Может быть, даже сделать. Сейчас будет есть место проехать. Kannst du hier bei Firma heilen? Nee, ich habe schon abgeladen, ich bin da unten. Gut, alles klar. Ja. Gut, okay. Ich habe nur ein bisschen gewartet, bis er weg ist, damit ich ein bisschen ausholen kann. Kein Thema. Ja. Идет, наверное, тоже какой-то грузовик, спрашивает, об я к нему еду или нет. Я говорю, нет, я только это, ждал, чтобы проехать. Сейчас обратил внимание, что за пару дней буквально, как деревья позеленели. Понедельник тут проезжал, тут еще серенько было. Природа быстренько-быстренько распускается, торопится. Так, нам сюда надо. Здесь
идет слева магазин, а с правой стороны вон зверинец какой-то. Вон куры. Вот эти ламы ходят. Ага. Это не зоопарк, а просто какой-то. Интересно. Так, нам вот сюда надо. Тут какая-то штука, она вот. Штука, я говорю, фирма, она занимается этой, ну, сельским хозяйством, семенами, всякой фигней такой. Ну, понятно, поняли, да? Вот здесь вот три болида вот эти надо разгрузить. Ну. Я как раз вижу вон с левой стороны. Комната отдыха, там люди сидят. И, наверное, паузу делают. Похоже, они делают паузу. Вот. Окей, хорошо. Время у нас есть. Очень хорошо укладываемся. Я даже смогу сделать нормальную, полноценную паузу. Папучка. Платочки, наверное, русская. Так, сказал проехать туда вперед и там подождать. Они сейчас паузу свои. Сколько тут еще? 4 минуты. Сейчас они свою паузу доделают, и потом они это. Потом приедут разгружать. Сидит. Такой холод, блин, сидит, что-то кушает. Обеденный перерыв делает он, девушка. Красная замерзла, она сидит, ест, блин. Чё? О, меня идут разгружать. Здесь вот такой вот спортивный будем называть его комплекс, да? Здесь вот эти, наверное, скейтбордисты катаются, а вот она, вот это вот дерево здесь, видите, где висят вот эти вот обувь. Зачем они там висят, непонятно. Видно, наверное, да? Туда видно. Туда есть старые, заношенные. И тут-то видно, что они очень давно уже висят. Это традиция, наверное, такая или что? Вон даже куски от скейтборда вон висит. Приколисты, блин, а. Интересно, кто пришел на такую идею обувь туда забрасывать?
Это что, молодежь, наверное, решила? Все, завязываю с спортом. Иду сидеть за компьютер, наверное, да? Интересно. Я же был в этом магазине. ASMC. Да? Я вот такой вот каталог взял у них. Очень интересно. Я это посмотрел чуть-чуть. Хочу вам тоже показать. Да. Ну, чтобы знали примерно, что это за магазин. А то я говорил. Может, кому интересно. Ну, вот такая вот одежда. Вся специальная, видите. Всякие куртки. Я по-быстренькому. Вот так вот. Там футболки всякого вот такое вот. Ну, сами видите. Так что мне даже говорить зачем. Камуфлированные штаны. Я вот беру по 20, по 30 страниц сразу. Вот такое вот все вот специализированное вот такой вот магазин. Да? Видите? Не знаю, в России тоже, наверное, есть такой магазин же, да? Эти вот специальные шлемы. Вот это все можно купить. Это интересно. Даже вот такой вот, видите, русский времен войны, наверное. Вот. Тут шарфы. Тут обувь пошла. Так. Вот такое вот здесь все. Видите? Так, это я не рекламирую ничего. Это я просто вам показываю. Если вдруг кому-то интересно. Мне за это деньги не платят, ничего такое. Так что не подумайте. Вот. Тут часы. Вот такое вот все, видите? Все такое специализированное. Нашивки. Это спальные мешки. Специализированные какие-то. Вот для кемпинга вот тут. Видите? Такое вот. Рюкзаки. Там вот такие рюкзаки с водой, чтобы пить. Видите, вот такое вот все. Сумки. Ага. Такие ящики для муниции. Вот ножи. Такие вот ножи. Интересно. Так, почему они стоят-то? Ну вот порядка 49 евро. Вон 14 евро. Здесь он 69. 136. 17 евро. Такие вот. Видите? Вон сабли еще даже какие-то есть. Вон. Видите? Ну, такие вот топорики. Вон. Это уже такие воздушные шариками. Это вот. Что-то у нас тут. Газовый. Нет, это тоже все еще вот эти. Это вот с пульками. С пульками, которые, ну. Это вот уже газовые, по-моему. Воздушки. Такие вот. Всякие чехлы. Ну, вот такое вот примерно. Ну. Газовые баллончики. ФФ-спрей. Ну, вот такое вот все. Вот. Вот такой вот каталог. Кому интересно, может вон зайти на ASMC.de и посмотреть. Сейчас еду обратно уже, еду в сторону Сарбрюкена.
Трейлер я поменял, паузу сделал. Время сейчас 4:30. Сейчас как раз доеду, будет 5 часов. И все, и выходные. Так что, если видео понравилось, ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. И всем всего хорошего. Всем пока-пока.